Здравствуйте. Ну вот первое утро на море. И опять я столкнулась. Ничего лишнего не надо брать на море. Но в то же время есть вещи, которые нужно было взять. Я не взяла сумку на пляжную. Хотя бы вот типа такой сумки. Куда можно положить? Ну все можно положить. И полотенечко, и купальник. Но я вышла с этого положения. Я вам расскажу, как я сделала сумку. Через плечо. Временную. Но я уже пойду с ней на пляж. Классненько, правда же? Я сейчас скажу, как это я сделала. Обычный кулек, но у меня трошки чем не обычный, он у меня большой. Но план действий одинаковый. Значит, я этот кулек складываю пополам. Пополам. Открываю свой набор. Вот этот набор, я же говорю, я его всегда беру в дорогу, куда не еду, туда наберу. Вот эти малюсенькие ножницы. Но они как волшебные ножницы. Значит, я себе как буду делать, значит, так, как бы линию вот так провожу. И вот это все я сейчас вырезаю. То есть, вот кулек пополам, пополам, вот эту так называемую горловину я ее вырезаю. Вот этими малюсенькими ножничками, но они маленькие, но удаленькие. Вот. Вот это все я так это аккуратненько отрезаю. Вот. Вот. Это отрезание, это не надо. Значит, получилась такая штука. Теперь я вот обвиваю вот эти края. Вот эти края. Опять складываю пополам, чтобы было одинаково. И вырезаю, как я говорю, пройму. Пройму в кульке. С другой стороны. Вот так себе. Где-то вот так я вырежу. Зачем это все я делаю? Зачем это все я вырезаю с кулька? Для того, я же кулек через плечо не перекину, правильно? Не перекину. А сейчас уже получится сумочка. И я это все... Вот у меня такая сумка. И чем она хороша, эта сумка? Я вам скажу, чем она еще хороша. Кулек, он же не промокает. То есть я туда положу все, что мне надо. И на море. Не люблю бродить, я не люблю лежать. Значит, там буду бродить, собирать ракушки. Я буду наклоняться. И если даже у меня эта сумка упадет в море, то она же не промочит, ни подстилку не промочит, ни мой купальник не промочит, ни кошелек, в котором там... пару копеек у меня лежит. Все это будет в целости и в сохранности. И, ну, в общем, принцип я вам показала. Этот кулечек, конечно, он маленький. Так, вот когда вдвое, оно лучше редко так. А я взяла здесь кулек большой. Так, все. Вот это все я так вот поджимаю, поджимаю, и получился. Ну, это маленький. Нужно взять, конечно, кулек. Вот такой вот большой, большой кулек. И у вас будет модерновая сумка. Вот на плечо. Сюда положили подстилку. Что там еще надо? Очки. Очки я туда брошу. Купальник. Еду я не беру. И бутылочку водички возьму. Ой-ой-ой. Видите, классная погода. Изумительное небо, чистое. Воздух, какой воздух. А море, а волны. Пошла купаться в море.